26 ноября состоялись финал и закрытие 28-го турнира по мини-футболу на Кубок престижа ДГТУ. В финале встречались команды «Торнадо» и «Олимпик». В этом турнире принимало участие рекордное количество футбольных команд – 51. Если сказать в целом, уровень команд с каждым кубком повышается, более качественный футбол показывают. Конечно, есть команды, которые первый раз принимают участие, первый курс, но тоже стараются доказать свое мастерство, показать, на что они способны, и пройти как можно дальше в кубке. Кубок престижа ДГТУ – традиционный турнир по мини-футболу, в котором соревнуются в основном команды факультетов нашего университета. Допускаются к соревнованиям и независимые команды студентов ДГТУ. В этот раз Кубок престижа вновь завоевала команда «Торнадо». Ну, как бы уже неоднократные победители этого кубка, уже, можно так сказать, сбились со счету даже. Вот. А почему обладатель? Ну, потому что мы уже не один год играем вместе, сплоченный коллектив, уже сыгранный. Поэтому шах и залог успеха является в нашей команде.